вам на дачу в гости. Очень приятно, вам все там будут очень рады. А вы куда? На станцию. А, пока. Рады. Осторожней. Мне минуло 16 лет, но сердце было в воле. Я думала, весь белый свет, наш бор, поток и поле. К нам юноша пришел в село, кто он, отколь, не знаю. Но все меня к нему влекло, к нему влекло. Все мне твердило. Знаю. Ну вот мы и дома. Да-да. Алла Владимировна, прошу вас. Вадим Спиридонович, вы ослепительный, настоящий дракон. Вы мне льстите. Ничего, какая экспрессия, гармония, шик. Крещенка. Нет, премия. Сюда. Садитесь. Хотите чаю? Мерси. Правда, без сладкого ограниченный лимит, зато из самовара. Мерси. Вадим Спиридонович, да-да? Я поднялась к вам за советом. Чем могу? Вы человек опытный. Да. Руководитель. Да-да. С тех пор, как рыбу усыновили этих близнецов, я совершенно потеряла покой. Что вы говорите? Больше того, я потеряла металл. Золото? Нет, на нервной почве я потеряла металл в голосе. А вы знаете, у вас действительно металлолом. Ну вот, а потеря голоса для меня равносильно смерти. Ничего, дорогая моя, скоро снова запоете. Почему? Любочка откажется от своей затеи. Близнецы ее съедят. Мерзость. Уверяю вас. Я сегодня видел собственными глазами, как она продавала в комиссионном магазине свою оригинальную упаковку. Шелковую. Шелковую. Цветочек. Цветочек. Эпонж. Эпонж. Гордячка. Совершенно верно. Сколько раз я предлагала ей сменять ее на свиную тушенку. Поздно, дорогая моя. Я сегодня видел, как оно уплыло вместе с двумя моряками. Каким образом? Как? Вы что, дармоеды? На покой собрались? Не выйдет, голубчики. Придется еще поработать. Так годы наши преклонные, пенсионные. Вот какая неприятность. Да. А мы годы себе вернем. Помолодеем и с новыми силами начнем людям вред приносить. А как же мы помолодеем? Как? Где? Как где? Нас никто не слушает. А здесь никто про кой прогости. Вот слушайте. Известно ли вам? Ку-ку, ку-ку. Пропасть напугала. Будь ты неладна, деревяшка глупая. Пить хочу, пить хочу. Еще чего? А ну, слышь отсюда! Так вот, известно ли вам, дармоеды, что на свете есть множество ребят, которые попусту теряют время? Вот мы и должны это время подобрать и взять себе. Да, а как же его возьмешь? Время-то. Время-то это не кошелек. Вот скажем, человек потерял кошелек, а ты его взял и присвоил. Вот я тебя понимаю. А время, время, оно, как бы сказать, невещественное. Невещественное. Это для людей оно невещественное. А для нас, злых волшебников, очень даже вещественное. Оно вроде песочка. Потерянное время. Его надо только веничком, веничком и в мешок. И при этом заклинание сказать. Чигрики-мигрики, шаранда-баранда. Что от вас ушло, то к нам пришло. Что от вас ушло, то к нам пришло. А потом из этого песочка замесим тесто, напечем лепешек на прованском масле. Съедим и помолодеем. А старость наша куда денется? Старость к ребятам перейдет. Они вместо нас превратятся в старичков. Понятно? И нам польза, и людям вред. Потерянного времени. Ровно 20 кружек. А вот тебя лила? Лила, злобненький мой, лила. А время все высыпали? Все, прокой, прокой. Все, до последней секунды. Хорошо. И месить до изнеможения. Анна Ивановна, изнемогаешь? Изнемогаю, батюшка. Рук не чую. С ног валюсь. Вот и хорошо.
Пора! Давай! Авдотья, режь лепешки! Андрюшка, сковородку! Чур мне самую большую лепешку! Это почему-то? Я масло стащил! Прованское! Ну и что? Тихо вы! Вот это! 3 минуты до 7 минут будет 10. 10 до 25 – 35! Мальчишка или девчонка минуту потеряли, а мы на месяц положим. Они 12 минут, а мы на год положим. Вот она, волшебная арифметика. Тигрики-вигрики! Лепешек много, но съесть можно только по один. Слышите, дармоеды? Вот две лепешки на каждого. Тогда мы помолодеем до нужного нам возраста. Куда? Брать лепешки по моей команде. Правильно. Андрюшка, положь на место. Анна, Авдотья, да что же это? Так мне и самому ни одной не достанется. Будет моя лепешка. Андрюшка, перестань кривляться. Волосики, кажется. Точно. Андрюшка, положь, вот я тебя. Дармоед. Обжор. Чтобы вы стали молодыми, взрослыми волшебниками. А вы превратились в детей! Как в детей? Я не хочу в детей! А думаешь, они хотят? Это все ты, Андрюшка? Это ты первый стащил лепешку, жулик? Бей его, Авдотья! Сковородкой бей! Вот я его грею, батюшка! Не смей! Я буду жаловаться! Жаловаться! Ой! Что это с нами сталося? Прошенька! 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 Ну, все! Доиграл! Так, что вы видите перед собой? Кровать. Совершенно верно, кровать. Точнее, мебель. О чем нам говорит эта мебель? Эта мебель говорит нам о том, какие огромные нетрудовые доходы имела растленная аристократия. Девушка, я вам говорю, руками мебели музеи не трогают. Простите. Пора знать. Так, только больная фантазия, загнивающий класс, могла породить спальную мебель таких невероятных размеров. Ну, излишне говорить о том, что простым людям нечего делать, таких, с позволения сказать, кроватях. Смешного ничего нет. А можно подойти? Можно подойти, но руками не трогать. Где, товарищ, чем объяснить, что направленные вам по ордеру мебель из Старгорода не имеется в наличности? Как не имеется? Что вы сказали? Когда же?